Пиздец, хантеры обижают. У, смотрите, какой жирненький ренегат на синем драконе. Ща убью. Валё. Да все, хорош душить, пацаны, чего вы? Заходите лучше, кто уже в рейде. Инкните, кто вы, да, что, типа, собираемся хотя бы первого босса убить. Там на машинках, думаю, делать нехер. На Сульду сходили, да, блядь? Не, ну а хули, это лучше так, чем никак. У нас уже 24 чела. Мемберсы. Да, прикинь, братан. И что, теперь баф так постоянно будет, да? Ну хоть где-то я дамажу.
сейчас Биглар зайдет вместо тебя. В футбол играем. Давай, Настя, трёх человек еще. Сейчас у меня лагает что-то. Так а что, тех пугов не будем брать? Боба того, и вот сейчас Бигвар зайдет, еще слот стоит. А кто хилить будет? У нас онлайн 24 пэ. А, ну, тогда слов лучше пугов набрать. Сейчас я решила встать и... покинуть тело, и в итоге у меня все остановилось, черт его подери. Каждый раз так. Так, встаньте. Ой, пизда. Из машины выходите уже все. Хуйня, да. Давай, бурсты, ну, ёбаный, я умер. Давайте быстрее с машинок вылезайте, падайте и заново зайдём. Все, можно заходить, заходите. Телепортируйтесь и сейчас пойдем. Только доберу. 5 минут можете пофкашить. Тыкните на шкаф. Я тыкну. Так, Войд Хила переоделся, я ищу ДД. Паблос, ой, Бупс тот не хочет с нами. Бигвар сейчас, уже зашел. Эршама взяла, кто-то один может переодеться в ДД. Так, Ростик какой-то еще игнорирует.
Я не знала, будете вы анролить или нет. Я буешки написала и осколки анрол. Не знала, что там. Сразу предупреждаю. Сферы. Если надо, будет в ТД оденусь. Там Войт уже переоделся в ДД. ДД добрала, сейчас заспамлю. Как тут есть? Засмоньте их. Ой, а как у нас там Дискорд называется сейчас? Так, зашумонили людей? Сейчас. Так, один покидает. Сейчас доберу, только людей надо засмонить. А? Одного ждем, одного. Так. Отодвинь свою машину, шаманичер. Амбрелла, ты в Дисе? Да, убавлял. Я тебя шуманул. Я убавлял вас всех. А, окей. Орёте громко. Тыкните. И целивного засмоньте. Шкаф поставь, этот, Рика или Гнидыч. Кто там опять шмаляет? Пацаны, не стреляйте по-братски, реально. Выйдите вот, руки от клавиатуры, посидите просто. Сходите за чаем, как это я собираю. Вы в ХМ собрали закрывать или в обычке? На обычке.
Пуги, может, у вас там есть какие-то друзья, которые тоже хотят вольну? Нет? Да? У пугов нету друзей. Понятно. Смотрите, да, Рик, что у тебя это? Рика, поставь. Я сумонила. Никто не писал, кого сумануть, и другие не тыкали. Всем пофиг вообще. Ой, мне кто-то пишет. Ретрик пишет сейчас. Ну. Или Энх. Или... Ну все, Ретрик. Суманить его? Давай потом, Зарик. Ну, Роланду попроси, я просто, ну, чуток-чуток занята. А, сейчас. Хорошо. Как это сделать? Садитесь по машинам. Челика засумонили? Все? По машинам? Да, да, РЧ даю, типа... Вы слакаете или нет? Я Хантер в Огре. Ты здесь, в Дисе? Семеро одного не ждут. Рика, Гнидыч. Я Хантер. Я Хантер здесь. Ты меня обманул. Так, садитесь в тачки. Кто не знает, как бить в разрушителях, вообще даже не подходите к ним. Садитесь в осадные машины и так далее. Те, кто знает, садитесь и подходите, и пару находите. Быстрее, быстрее. Так, я в осадку сяду. Где-то Гариус. Тут ничего сложного нету. Я провожу РЧ. Я надеюсь, вы все в машинах. Кто не в машине, там не... Ну, Адментор, ты где спишь? Рика, дряхлый, слез с дерева. А я в машине, в осадке. Адментор, ты... Тачку сел? Хлебный. Найди себе. Мамбас пулили. Хлебный сел. Рика, ты где? Рика, Вентер. Сложно найти? Народ. У нас да. Еще разрушитель пустой стоит. Садись туда. Рика, вылезь с мотоцикла. Рика, садись в разрушитель. Иди. Или в разрушитель, куда? Вон вторым пассажиром. Вон он едет возле починки, не туда. Всем привет, это Пуга Райт или нет? Да-да-да. Пуга. Нахрен вы трэш гуляете? Рика, ты одаренный или я не понимаю? Подвис. А, подвис. Сел? Сел. Последний РЧ и пуляем. Что-то мы задержались. Ну так, нормально, на час. Танки поехали, пуляйте. Ливнул. Как так? Ну и давайте первого босса. Давай. Езжай отсюда.
стаки копите, почему два стака лежит сегодня на боссе? Почему? Будешь, братан, вышка, двоечка работает, видишь, братан, вышка. Да, видишь, два, нажми, два. Авентор, ты тут? Ты чё, блядь, уснул, что ли? Две машины стаки 10 держат на босса. Каз, бейте мобом. Осадки, вы знаете, что такое сбитие коста? Там второй скилл. Когда вас скинет с маунта, вы не подходите к боссу, могут быть лужи горелые. Вы сдохнете от этого. Те, кто сдох, вставайте, что сказать. Сейчас ОД дадут. Сейчас. Вставайте. Или уже дали. Кто-то ливнул, да? Ростик ливнул. Целебно умирает. Я на французском говорю. Зачем в лужу становиться? Ростик, вставай и тпхайся. Это бое будет. Не стойте там, не наблюдайте за боссом, идите сюда, давайте забафаемся, мобов начнем бить. Время теряем. Тут же тотем от огня, да, ставят? Войт. Ты этот, не забудь, что у нас пуг целебный и еще кто-то. И Амбрелла. Народ, столик поставил, берите сейчас себе, я вам потом не буду среди рейка ставить еще. Савчик, давайте, набирайте в сумке себе. Пропал. Посрыл, спасибо. Что-то вы голодного края. Тут КД, так что гуляйте. Рыбу поставили тоже, только не кликайте ее. Садитесь, хавайте. Можно с меня звездочку брать? Ну давай, пуляй Тагарм. Чего вы МП5 не бафаете? Давайте я МП5 буду бафать, тогда
тур, кто там, пан будет кулаки бафы, тагар пурота, турбовые каски. Сейчас могу поменяться. Только после мобов. У вас стаки, не забывайте, милики. Отходите от босса, стаки копятся. А те, кто умер, вставайте, вы время теряете. Можете прибежать, мы вас уже забафаем. Лично я. Дряху, 5 стаков, ты... Я чё, на французском разговариваю. Я понял, понял. Уи. Все, подождем, пока этот... Приколбас, ты можешь не бежать, а телепортироваться. Это к слову. Бейте, бейте, не стойте, не спите. Каски ему сбиваете там, зуботычно, я не знаю, станом. Перед боссом бафы поменяем. Сейчас распишу. Одного левого, как там, в бан киньте, на всякий случай. Хотя... Да, спасибо. А черепочек бьем. Отбегайте. Бегите. Разбаньте. Ему стан кидайте или что? Удар по почкам вспомнила. Thank you.
Каски бафните? Я еще раз его. Шкаф. Тик-тик. В общем, погодите, я нитку с иголкой потеряла. Войт, расскажи ту тактику, я не знаю, пугам. Типа, я хз. Сейчас. Поставлю рыбу. Вы засумонили этого челика? Или вы просто шкаф поставили? Я перебафала МП5, забафай эти каски, турбо. Садитесь, рыбу кушайте все. Хвостатый хил, если что, ты первая будешь гимн читать именно на хп, а зарыю в том. Варлайк. Фласки есть, это что это, может, фласка, может, какая-то? Да. Фласки могу только на МП5 дать, остальное, я не знаю, ну покупайте. Ну, давай. Этот Тагар Прота, ой, МПНТ. Клипса ОТ. Кто-то разбивает будет. Кто будет разбивать? Базука, давай ты, я в тебя верю. РЧ и пошли. Мартислав, что с ним, Мартиславом? Вы куда пошли? Я что говорила? Бурстите. Стоп-каст. Прохил. Войда прохил. По возможности иннер уже можете давать. Оформи войд иннер по... А, уже вижу. Стоп-каст. Подними его. Кто-то перед мордой стоял, да? Мартислав, и еще. Падайте, в лужу заходите. Еще одна тактика, не стоять перед боссом. И в лужу тоже не стоять. В следующий раз, запомните. Все в лужу зайдите, и все заходим, тпхаемся. Я вожу, но он почему-то на Настю сорвался. Я его там затаунтил, он сразу на тебя побежал. Хуйня какая-то. Ну, короче, ситуация была такая. Я набрал 10 стаков на мобе, начинаю его вести.
он потом на 10 стаках, когда уже распалился, разворачивается, бежит на Настю, когда я уже почти был у ванны. Я кидаю таунт, он разворачивается на меня, потом сразу на тебя, Войт. Я не знаю, как сработало так. Ставлю рыбу. Садитесь все. Я знаю, что на нем надо агро набирать. Я буду отчет кидать, чтобы вы пуляли. Припоты пейте, поты. Ага, таунтит по приколу. Я тут, когда кнопку нажимаю, я не могу хилить. На метку, да, сейчас поставлю. Ой, на танка метку. Я не могу, тогда ты будешь слышать мою тетю, мою няню, всех женщин в доме. В смысле твоей няни? У тебя есть няня? У меня и сестра есть, и двоюродная, и троюродная. Так, я бафаю вас, вы тоже каску бафайте, МП5 бафайте. Я проведу РЧ, после того я ДБМПУ включу. Не надо бежать вперед паровоза. Все готов, кто готов, можете прям становиться. Я надеюсь, в следующий раз не надо будет говорить там дополнительно, не стойте перед мордой и бла-бла-бла. Каску Ханту оформи, пожалуйста, Турбо. Так, ему каску оформили, я провожу РЧ. Все готовы, ДБМ жму. Давайте, где распула? Бурстите. Стоп-каст. По себе зубы сдай, хвостатый хил. Ты на Рика кинула, ну ладно. Да я уже вижу. Я себе и так тебя перебью. Скоро огненная струя, так что вы там... Перед мордой не стойте. Стоп-каст. Хлебного прохил. Сейчас его поднимем. В следующий раз на каст Тагар сдашь массакру. Подними Войд, пожалуйста, его. Его сразу прохильте. Каску по нему оформи, Турбо. Иннер ему тоже оформи, Визирия, кто там. Стоп-каст, лужи не стойте. Прохил. Вы ловите каст или что? Почему? Мой тиммер свободно можете дать. Стоп каст. Колбас, прожмись, кош этот самое. Ладно.
следующий раз жмите ложный выпад на эту струю, прожимайте свои девки. Готовились, стоп-каст. У нас есть еще друид? Я не вижу почему-то. Слез дерева. Берни, пожалуйста, Мартислава. Будь так любезен. Мартислав, встань, пожалуйста. Шаманы есть, тотемные маны? Да, есть. Бигвара, прохиливаем. Хвостатый хил. Поешь гимн, да? Или уже спела? Да, только что. Стоп-каст. Когда у тебя с Сократом откатится? Мошку-курку. Бляха. Так, Рика, пока не поздно, по какому-нибудь хилу, ладно. По шаманищеру, хлебному скинь этот СС-ку. Стоп-каст. Сакра есть, Сакра? Спойте что-нибудь, спойте. В луже перед мордой не стойте. Я иду резать МП, так что хильте клипсу. Сейчас мобы будут на других челиках. Клипса в ковше. Да, знаю, сейчас тебя хилят, я МП регаю. А вот мне Иннер закинул. Спасибо. Скоро будет струя, приготовились. Или у меня ДБМ врет. Азраила прохил, там щит на него. Струя прекратили. Клипс, оживи. Друже. Бигвара хилим, как не знаю кого. Моб лезет. Клипса, ты где? Босса, давайте, добивайте. Тушьтесь. Стоп-каст. Спасибо. Клипсу взяла, так сейчас мобы побегут. Не знаю на кого, вы там если что, тучку, мучку, на меня, точка. Давайте, последние бурсты свои давайте. Мне кажется, сейчас этот берса будет. Черт их подери. Спасибо. Стоп-каст. Прожмись. Закру прожала. Все, давайте. Я вас верю. Базука, глыбу прожми, я не хочу тебя хилить. Так, силы потейте. У вас маны нету. Чуть достану, давай. Потеем. Стоп-каст. Сокрус дай. Красавчик, Тагар, люблю тебя. Гудгейм. Все, никто не стоит, идем дальше. Босса не караулим. Вас, красавчик. Так, кошка-мурка где сдох? Чай резну. Я сам. Такой пушка. Так, пас. Кого глаза нах, дайте ему топор. Не давайте, да? Да не, дайте, нормально, ничего. Закрыл и бежим.
Я надеюсь, тут тактику знают. В луже не стоять, перед мордой не стоять, вроде бы все, прохиливать. И в куче не стоять. Выходят, крутятся. Сейчас рыбу поставлю. Сейчас топ-1 ДПС будет, чек один. Так, я ребафну тех, кто упал. Вот рыба стоит, их тоже ребафните. Где базука умер? Вставай, базука, мы тебя не засумоним. Пока рыба есть, вставай, базука. Он отошел на минуту срочно. Суициднулся, я отошел. В общем, тактику озвучили, все знают. Сейчас вот еще прибежит и базука. А ролл шмота по КД или когда был? Ролл шмота... Войд, а ты не забыл, что тут пуги? Я еще раз повторю. Да, и топор уведут нахуй последний. Спросил целебный. Целебный спросил. Целебный, Амбрелла и еще кто-то. Ну, конечно, нужны. Поэтому и спорю. Ролльте вместе с этим, кем там, кому еще надо. Шмани, черт, я надеюсь, ты там еще ничего не чарил себе. А че кинули-то на ролл? Я только что. Наручи, этот, шаманище, пароль свои наручи. Как если это? Не верили, что это пугу уйдет. Быстрее. Так, а пароль-то ты же мне. Да, слышим в батрон, напишите в ответ. Еще раз. Ты это, циферку в чат напиши, 100 напиши просто. Флэш-ролл напиши, шаманищер. Ты что-то нас затягиваешь. Забафать? Красавчик, отвечаю. Все, все, он сроллил. Ему зачарят. Вот, в следующий раз шмот этот кидай на ролл, а то, ну, некрасиво что-то. Базука, ты поел? Мы тебя ждем. Ты покушал? Ты покушал? Что, можно было отойти поесть? А где тут рыбы нету ничего? Что, да вот, болит? Отойди, Турбо, отойди, подлина. И каску ему кинь еще, базуки. Приколбас отойди. Да а вы что, наприколбас? Как ролите вообще? Вы не кидаете шмотку даже, чтобы не видно, что вы ролите, что ли? У нас просто по ПГП-системе, мы что-то забыли, но паролили как бы. Понятно. То есть его даже не видно, блядь, в рейдовом сообщении, что вы что-то ролите. Напомни... Ну, если тебе нужно будет, ты прям кричи, стани, мы тебя услышим. Так зачем? Жми в рейд, просто что-то ролишь, и все. Ты хуй знаешь, что вы там ролите. Цифры бегут, а вы ролите. Я не вижу предмет, какой вы ролите. Так потому что мы не ролим. Только что сказали, ЕПГП-система. Она сама распределяет лут по приоритету. РЧ провожу и пуляем. Может быть, тут три танка нужно, и пан спекнется в танка? Я предлагаю панов танка. Панов танка. Кто? Кто за? Голосуете. Сейчас шкаф быстрее ставьте. Что-то я совсем забыла. Он пишет стой. Стой, давай я, пишет Войд. Сейчас Войд уже спекается. Вы там на пул готовьте. Я сейчас еще этот... МТ Тагариус от Эклипса метки поставлю для вас, ханты. И Войд будет еще вот... Русики. Все, мы готовы. Кто пуляет? Я не знаю, кто пуляет. Маба запускать, да? Мы готовы помочь. Повторюсь, тут будет пытаться лужа. Вам нужно будет выйти из этой лужи, милики.
особенно. На него кидается обычно вот такой вот черепотик, как над Бигваром, или надо мной. И туда кидается лужа. Ну, по крайней мере. Что-то плохо работает ДБМ. Там, мобу можно кидать стан или что, отбегайте от него. Милики, если что. Там, дизарм, бла-бла-бла. Приколбас, да, еще жмакать можно эту херню. Так, один блок будет жмакать гарпуны. Так что все нормально. Милики отошли с лужи. Бейте, бейте. Еще одна лужа, ваза поднимет этот самый слез дерева. Сразу его забафайте, каску ему. Сейчас я ему МП5 кину. Роланда, хилим ее. Мобов свести можно будет. А, там, с лужи отойти. Скинься слез дерева для хвостатого хила. Иннер, закинь, пожалуйста. Вот эти большие мобы будут крутиться. Гарпун, наверное, юзается уже четвертый. Да-да, юзают. Сейчас опускаем. Приколбас, ты... Я тебе который раз говорю. Все свичнулись босса. Боссы свичнулись. Я думаю, продержится там. Свич босса, бурстите, мои дорогие. Лужи не стойте только. Смотри, у тебя там есть ложный выпад, ты его по КД можешь макать. Тут мобы крутятся, они еще и босс сверху плюет, а ты такой тонкий, что я не знаю. А это совсем не, ну ты там вообще дочел от тебя, там рядом с этими мобами, блядь. Боссом не стойте, он плюет, дряхлый, услышал меня? Лужа, РДД, мобы милик крутится, бьем дальше, добиваем, еще крутится один. Если вы хотите стоять, вы прижимаетесь. Куча без милика, кажется. Вот можно было бы тут поставить тотем от сил природы в следующий раз. Потому что они молнию кастуют. Ну это так, просто. Лужа, РДД. Так, третья гарпунная пушка сейчас будет готова. Чё трэш вылезет? Две штуки. Где-то лужа должна появиться, а вот. Так, сейчас босса опускать будут. Пушкоморка как? Просто как? Молния. Две молнии подряд и еще огненный шар от остокрылой. Окей, сейчас сажают босса, свичнулись, моба забрали, отвели куда-нибудь, я не знаю, чтобы не бил кого-то. Перед, перед боссом не стойте, у лапы его стойте, милики, к слову. Вес дерева, скинься иннером на этого хила. Хвостатого хила. А то пока я смотрю. Пока не надо. Ну, окей, хорошо.
Все, дотки накинули, босс улетает. Дальше мобов бьем. Там он крутится, Бигвар, вас. Блять, я вином наливал, сорян, поебал. Который раз уже пытаюсь задизармить? Верни Бигвара. Милики лужа. Сразу его прохил Бигвара. Каску ему оформи, пожалуйста, этот турбо. Милик будет крутиться, он пошел к базуке. Он пошел к базуке. Этот лужа, милик, кто там, РДД. Крутится, отошли, крутится, отошли. Бьем дальше, бьем. Сильнее бьем. Ча еще трэш лезет. Встречаем. Так, много луж, отошли. Каску побегаем, каску побегаем. Турбо, оформи каску, я тебе еще раз говорю. Ты как хороший арбитр прям. Там милики лужа. Выводите оттуда. Ой, что-то их много. Нормально, справляемся. Там мобов очень много. Бейте, бейте, бейте. Бейте, а потом сильно свичнитесь мобов, когда босс улетит. Кто-то кого-то бьет. Идите, свечитесь, трэш, короче. И РДД чуть-чуть рассоситесь, а то мы все в одной купе стоим и все лутаем эту лужу гребаную. Ну что я скажу? Молодец. Заберите с Рика, пожалуйста, на пулов мало. Вазы тоже что-то бьют. Так, а ну-ка, уешкой залили мобов. Там их так много, это просто пипец. Милики лужа, аккуратно. Лужа. Так, скоро четвертая пушка, значит вылезет босс. Трэш, давайте быстрее бейте, у нас 5 секунд. Боссы, боссы. Лужа. Мобы, мобы бегут. Куда? На босса, на танка. Сколько босса процентов? Беру давай.
Не знаю. Ну, Гера переведет. Шан, бегай через нишу. Половина там, да. Грубо говоря. Я не услышала, что ты сказала насчет лужи и шамана. Все, давайте. Водят по кругу, перед боссом не стоять. Каждый раз, ну, смотрите. Босс плюется и под тебя лужу может кинуть. Милики, смотрите, откройте свои глаза. Бурксты прожмали. Нет, мир, прекрасно стоит. На тебе каска висит. Учтите, если на вас будет много стаков, и вы будете стоять в луже, вы умрете, а мы не убьем босса. Хлебному залейте, Инер, будьте так любезны. Вижу, хорошо войдет. Ну, у него вроде мана появилась, используйте. Я еще до темпа стоял. Так, дыхание. Никто не ловит, это прекрасно. Лужа. Что-то он больно уже плюется. А Вентер в луже стоял или что, не пойму. Лужа прям под драконом. Да, мы еще бьем босса, добиваем, Зарик. Если меня слышишь. Сейчас он как уебу. Давай, давай культурную неделю соблюдать. Да. Так, я линкую шмот, если что. Кому надо эти самые? Шапочка нужна. ДД, прожмите, что кому надо. Ой, пуги. Не, шапочка. Ну, да, шапочка. Я не знаю, кто говорит. Может быть, это Сагидеец говорит. Рика, пух. Это Рика. Рика, пух. Это два пуга, хулин. А я на второй спек, если что. И зараза, блин. Ну что, у меня вообще 4 роу обычно бывает, когда я по рейды хожу. А, потяниться можно в начале инста. Там есть босс, а у него на шее гномик. Вот у него не босс, а моб. Вот у него потянешься. Так, давайте, подходите сюда, или вы там караулите босса. Сюда подходите, мы трэш начнем бить справа. Я не знаю, на кого метки ставить, но я знаю, что нужно соблюдать ренджу и не подходить к боссу. Ренджу соблюдаем, чтобы, ну, кучка не вайпнулся. Волк, я попрошу, да, страйкфол? Когда мой контроль закончится. Сейчас Войт там шмот разраливает. А, зайди. Ты найдешь, ты рядом с ним стоишь. На карте покажи этот, включи отображение жнеца кого-то. Давайте, я вообще проведу на трэш, а то вдруг вы там спите. Вы все здесь? Все здесь, грубо говоря. Пуляй, Тагар. Ренжу наберите между собой, алло. Пуляй, Тагар. Ренжу наберите, если вы вместе будете стоять, вас цепехнется моб и убьет. РДД, это я, это вас касается. Кому-то стан надо кидать, я не помню. Это я помню. О,
Ой, что-то мобы там стоят вообще. Те, кто умер, вставайте и бегите снова. Не лежите. Не, сука, не бей, не бей, не бей. Я на себе держу его, подали от тех. Умер, Азраил, Хвостатый Хилом, Брейла, Дряхлы. Каждого по именам звать. Хвостатый Хилом, Брейла, можете встать? Прям так сильно зависло.